Здравствуйте. Вы вызывали? Вызывала. А вы кто, фамилия? Тромбонист Поддубный, Алик. Ага. Сандр. Поддубный. Алик. Ах, вот ты какой! Вот ты какой. Ну а что там с мешками-то? Что пришел? С мешками-то что? Личные вещи. Личные вещи. Так с собой носим личные Нет. вещи, да, всегда? Вы вызывали, я на всякий случай. Ну, так положи, никто не украдет, ты в кабинете, знаешь кого? Анастасия Назаровна Браунинг, директор театра. Положи вещи, никто не украдет. Не смотри на меня, вещи положи. Что там у тебя в вещах-то? Все личное. Ну, а что в головном уборе пришел? Что такое? Что? Я просто сижу на сквозняках в оркестровой яме. Так, ну-ну. Там так дует. Так. И дует от окон, и еще тромбонист так дует, еще соседний просто. Такое дутье. Понятно. Такое дутье. Выдувание мозга, надувание надува. Голову у тебя надуло, да, Поддубный? Да? Просто. Что просто? Совесть-то у нас есть? У меня шапка, часть моего экстерьера, моего внутреннего мира. Я говорю, совесть-то у нас есть? Что ты меня хочешь? Больше ты... не на кого коситься. Не на кого. Ты знаешь, что тебя вызывало, нет? Не надо трясти башку. Не надо, никто нас не видит, не надо, все нормально, все спокойно, вещи нормально, все, не надо, когда не мне надо. Так делать, я начинаю делать. Это в яме будешь делать, пока никого не видно, я все вижу, не надо, все, успокойся, успокойся. Я сам себе ну, делал. Ну так, сам себе. Ну так что делать-то будем, а, Поддубный? 93 заявления. Сколько у вас там в яме играет человек-то? 93, правильно? И у всех дети, 93 заявления. Я не считал, там столько народу, там Но. Всегда такая толкотня. Да. И все 93 дураки, а ты 90 хороший, правда? Все дураки, 93 человека в яме сидят, и все дураки. На тебя, смотри на тебя, Базрагидзе. Тромбонист, Доколе, видите, как Доколе. Что, это фамилия такое? Или посылают, Доколе иди. Иди до Коли. Это заявление до Коли. До Коли. Можно терпеть. Пора разобраться. Сколько вы в яме у нас сидите? В яме сколько у нас сидите? Чего вы смотрите, как теперь раз видите? Сколько в яме сидите у нас? В яме 7 месяцев. 7 месяцев. 93 человека разделим на 7. Сколько будет? 93. Ну, сколько 7. Будем на 7? Сколько будем? Где-то... Не надо только так лицом делать, не надо. Не надо. 10,5. 10,5. 10,5. За месяц 10,5 заявления от тарабаниста. Сколько получаете там в яме? В яме сколько получаете? 20 тысяч. 20 тысяч, у меня народ по 10 тысяч получает. Вы 20 тысяч, нифига не делайте, ветер в башке. Так я начал. Не надо делать так, не надо. Я начал-то начал. Протирание инструмента, 3 тысячи было всего. Можно так смотреть? 93 человека, 93 жалобы сидят музыканты. Не надо ничего делать. Ну а что народ жалуется-то? Чего? Ну? Ну что народ жалуется? Что случилось-то? Ну? Просят меня спародировать в курилке. Ну, да. Я всех пародирую, потом жалобы. Вон список 24 человека. Не надо список пальцев. Перепишите, я всех их выучу. Я... Чтоб... Ой, как ты смотри. Ой, не надо. Ты смотри, какие нервы. Нервы. Все хорошо. Что народ-то? Что народ жал? Что делаем-то? Говори быстрее. Пародирую. Ну, что делаем? Вчера Мемякин идет, я раз пародирую Мемякина. Мемякин же бас, он же старый, он же поет как... Как болеет? Старый же бас. Я спародировал, вся яма укатывает. Мемякин заявление, он пятый стоит. Пятый написал. А, похоже. Слушай, похоже. Похоже, а еще кто там у тебя, кто там? Ну-ка еще кого-нибудь. Шилов, Тенов, у него же рот как гузочка, он же знаешь, как поет. Ну-ка. Поцели давно по резонтене. У меня такое впечатление, что он не ртом поет. А гузочка? Вся яма. Слушай, похоже. Этот. А русский народный, он у нас, у него все время дополнительные идут шумы. Вот так, из-за острова на стрежу, на простор речной волны выплывает стенька. Такое объяснение, что на моторной лодке выплывает. И пишут потом, понимаешь, вот это все. Да. Показать еще кого? У меня конек, это дура вот это у нас. Вся яма падает. Раунинг.
А Анастасия Назаровна, мне сейчас репетиция, я чувствую, что подобный с ума сошел. Припаздываю чуть-чуть. Бронер же это я. Припаздываю на репетицию. Совсем что ли мол, я выбрал отсюда с кабинета? Потихоньку. Талантлив, чертяга, талантлив. Хорош, а главное, похож. Но все равно уволить придется собаку. От свиньи уж давно хризантемы саду. А любовь сожжет